Приветствую вас, друзья мои! С вами Антонина. И сегодня у нас второй прогноз на октябрь месяц 2019 года для близнецов. Но вначале немножечко краткий прогноз того, что на какие дни нужно обратить внимание в октябре месяце. В октябре все планеты идут в прямое движение и начнут нам помогать и продвигать наши дела, наши цели, стремления. На какие именно даты нужно обратить внимание, я сейчас расскажу. 31 октября Меркурий уйдет в ретроградное движение. Это значит, дела будут тормозиться почти до 24 ноября. Поэтому, что месяц ноябрь будет сложный, я сказал каждому, что дела, которые будут тормозиться, это провокация Меркурия. Поэтому не обижайтесь, не злитесь, а это все валите на Меркурий. И ситуации не поменяется, пока Меркурий не пойдет в прямое движение. Это договора, сделки, покупки, автомобили, сотовые телефоны не нужно приобретать, потому что потом откроется скрытый брак, а те контракты, которые будут заключаться на ретро-Меркурии, они расторгнутся. И вот такой будет плохиш месяц ноябрь. Поэтому все вопросы решайте в октябре. Максимально будьте активными. И 31 октября у нас еще и Хэллоуин. Вся небесная канцелярия уходит в отпуск до зимнего солнцестояния, до 20 декабря. Поэтому вся ответственность ляжет на вас. Сейчас посмотрите, у меня в прошлом году в плейлисты полистайте, я показывала там обряд, какой провести во время дня Хэллоуина, какие кашки сварить, задобрить наших предков, потому что нам помогает сила рода. Верите вы в это, не верите, но от того, как мы их почитаем, как мы их вспоминаем и просим поучаствовать в нашей жизни, они нам начинают помогать. Если мы их не просим, значит, они говорят, ну и делай, что хочешь. Ты же взяла роль Бога на себя, значит, сама справляйся. А когда мы их просим, чтобы они нам помогли, они говорят, деточки, вы наши, мы вам обязательно поможем. Мы же их просим, а и для них это важно. Но все-таки желание живого закон. Поэтому просите, задабривайте, и это выпадет на четверг. А четверг у нас Юпитер управляет, а это подарки. Может, какие-то дотации неожиданные придут вам. И выпадет это на пятые лунные сутки. А пятые лунные сутки у нас это вся Вселенная нам помогает, природа сама помогает. Вот. И еще важное событие, которое произошло 18 сентября, Сатурн развернулся, пошел в прямое движение. А это, скажем, дед такой серьезный, сердитый и справедливый Сатурн, планета, и который отвечает у нас за профессиональную деятельность. Здесь, пойдя в прямое движение, особенно это касается Козерогов, вот, и пойдя в прямое движение, он устраняет у нас все, что нам не нужно, все, что нам мешает, все, что тяготит, и пришло время для перемен, он начинает нас двигать в новых начинаниях, в нашей профессиональной деятельности. На это тоже обратите внимание. И если что-то, какие-то подсказки следует, что пришло время менять работу или деятельность, то это тоже не случайно. Значит, это вас уже не развивает, а пришло время для новых начинаний, чтобы мы там дальше развивались, шли выше по ступени. Значит, здесь мы уже отработали наш энергопакет, скажем так. Ну, а что месяц для близнецов? Для близнецов, дорогие мои близнецы, вы такие активные. Я вас так люблю, обожаю. Вы такие у нас зажигалочки, находчивые. Независимо от того, что там творят небесные светила, у вас свои законы. Вот. И не унывайте никогда, даже это не показывайте. Вот за это я вас люблю и обожаю.
И, ну, все-таки прислушивайтесь, что немножечко говорят звезды. А звезды говорят, для вас в октябре открываются новые возможности. Это касается и работы, и личной жизни. Солнце в октябре перемещается в пятый дом вашего гороскопа. А это развлечения и хобби. А ваша планета Меркурий покровитель, как говорится, еще 31-го только пойдет в ретро-движение. Поэтому мы в ноябре в отпуск пойдем, скажем. Вот. И как бы все же новые знакомства, новые коллективы войдете, может быть. Кто-то из близнецов, может быть, поменяет деятельность, смена работы. Ну, смело принимайте предложение, я бы так сказала. И семейные пары будут хорошо, скажем, в домашних делах все погружены. А свободные близнецы отправятся в путешествие. Вот я в Самаре знаю одного близнеца, она уже чемоданы складывает. Вот. Надежда. Вот. И, конечно, романтические приключения не за горами. Отправляйтесь. Ну и что, какой совет от карт мы сейчас посмотрим, получим для близнецов. У меня сегодня колода карт «Колесо года». И мы сейчас посмотрим, какие карты выпадут для близнецов. Девятка мечей. Вы так устали от проблем, близнецы, и хотите убежать от них, да? Но, в принципе, их, может быть, и нет, ведь мечи-то сзади. Это вот ворные, это в вашей голове это только крутится, что вы устали, скажем, да? Следующая карта, четверка, это карта ожидания. И все-таки хочу третью карту. Шестерка жезлов, триумфатор. Посмотрите, ну, начнем вот так, как они выпали. Эта карта говорит о том, что все только в вашей голове. Это вы накручиваете себя теми какими-то вопросами, которые, может быть, для вас кажутся важными. А просто не обращайте на них внимания. Они, может, вас и не касаются, пройдут мимо. Поэтому отпустите все мрачные мысли из головы. И то, что вы ожидаете, получится, не получится. Карта ожидания. Видите, на улице дождик идет, а вы ждете, когда эти чаши наполнятся и пойдет материализация ваших планов. Обязательно пойдет, потому что об этом говорит следующая карта. Карта триумфатор. Посмотрите, люди восхищаются вами. Ваши желания исполняются, помощники. Смотрите, ожидание закончится радостными событиями. Все, что вы задумали, исполняется неожиданным образом. То есть, если вы ждете как клиентов, покупателей, да, все у вас получится. Вы здесь радостны от того, что наконец-то это произошло, то, о чем вы ждали. Кого-то пригласят на новую работу, у кого-то там покупка большая сделка совершится, у кого-то кто-то отправится в путешествие радостно, солнечно, в хорошей компании, с подружкой тут или еще что-то. Но так или иначе, все-таки эта карта шестерка жезлов, да, и триумфатор, она держит, видите, палки, упирается на то, что так много работали, так много старались, дорогие мои близнецы. Близнецы это трудяги хорошие, очень трудятся, не ленятся, растрачивают себя по полной программе служению людям. Это и педагоги, это и врачи. Я много знаю близнецов, которые просто себя отдают полностью с отдачей, как 12 часов рабочего дня, можно даже так сказать, отдают себя служению людям. Я знаю вот много педагогов и медицинских работников, которые действительно вот просто выжимают из себя всю энергию. И как они утром пополняются опять с новой энергией и опять идут в эту же работу, уже много лет служа
предана своей работе, я просто восхищаюсь. Вот честно, восхищаюсь этими людьми, близнецами. Ну, не просто они, видимо, близнецы, там же их двое, поэтому, наверное, сил полно, энергии полно, и они успевают везде. Я как просто, как сказать, что люблю вас и обожаю, у меня просто слов не находится. Молодцы. И здесь вот эта карта триумфатора, действительно восхищение такими людьми, которые себя выкладывают на все 100. У меня бы лично нервов не хватило бы. Вот. А они вот такие вот, там, скажем, оптимистичные. Ну, какие все-таки еще карты выпадут здесь? Все у вас получится. Карта ожидания закончится, и поэтому не переживайте, как эти первые карты говорят, а все у вас получится. Как здесь вот эта карта триумфатор, она говорит о том, что вы заслуживаете этого, близнецы. Но у меня сегодня еще колода ангелов, и какая выпадет карта здесь, мы сейчас тоже посмотрим для близнецов. Двойка жезлов. Ну, здесь выбор. Выбор, вот как я говорила здесь, но посмотрите, вот то, что ваш ангел вам помогает, и здесь немножечко вот такой вот ваша неуверенность, может быть, то, что вот вы действительно устаете здесь. И двойка жезлов – это карта выбора. Выбрать, думаете, очень много думаете, как новые предложения, которые ангел говорит – выбирайте, идите по новому пути. А здесь говорит, не ходите. Как бы эта карта, то есть вот это именно ваши сомнения. Получится, не получится, все у вас получится. Поэтому будьте активнее до 31 октября. Потом ноябрь перерыв, декабрь опять будете полны энергии, когда Меркурий ваш развернется, и опять будете уверены. То есть в ноябре просто вам, я позже скажу, что нужно будет немножечко как отстояться, как дальнобойщики едут, машину гонят, но у них ГЛОНАСС говорит, надо отстояться, друзья мои, я все-таки жена дальнобойщика. Вот. И хочешь не хочешь, надо останавливать машину, стоять. Вот у вас это будет отстой в ноябре. В октябрь действуйте во всех направлениях. И развлечения, и поездки, и путешествия, и как все вам открыто. А я вам искренне желаю всех благ. До новых видео, пока.